Так, теперь давайте сделаем два колечка таких, за которые цепочка будет держаться, да? Мы скажем, что нам нужен просто-напросто. Кто нам нужен? Нам нужен вот этот торус. Перевернем его. R по x на 90. Вот так. Естественно, уменьшим. Ту-ду-ту-ду-ту-ду. Вот так. Вот так сделаем. Так. Пока что. G, Z, наверх его. Вы обратили внимание, что я перевернул немножко этот, две заводилки здесь оставил, а это перевернул. Так, ну естественно, сейчас мы должны с вами... Так, давайте уберем все. А здесь выберем полигончики. Вид, вот полигоны. Раз, два, три, четыре. Вот, да? А что? Знаете, вот это мне не надо вообще. Вот это и это. А эти два как бы лишние. Лишние. Да? Говорите, лишние. Ты лишний. Здесь мы просто-напросто сейчас возьмем Е и потянем вниз. Так. А заодно скажем flatten. Вот loptools flatten. Все, он ровненько у нас получился. Теперь давайте включим назад все. Вот так, смотрим. Чуть-чуть, может быть, уменьшить. Чуть-чуть только. Тулус наш. Объект минус. Делаем чуть-чуть поменьше. Так. И G вниз. Так, хорошо. И делаем следующее. Мы сейчас выделяем. Говорим Shift D. Дальше. Опа. Стоп, 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 стоп. Так, мы должны сначала set origin поставить в центр, потому что я сейчас буду крутить это дело. И вот это выделю и скажу Shift D, скажу rotation по оси Y и назову 45. Все, отлично. Так, теперь этот. Скажу R, Y и минус 45. Все. Видите, мы их поставили на место. Так, единственное, что чуть-чуть наверное. Это чтобы сильно не высовывался. Вот так. Все. Может быть еще. Вы знаете, они какие-то тонкие получились. Вот. Не хотел никого огорчать, но они тонкие получились. Поэтому S по Y тянем. Вот так будет гораздо лучше. Так, ну и сразу утопим. G по Z. Вот так. Далее повторим наш фокус. Shift D. И rotation по Y 45 градусов. Все, он встал. А этот rotation по Y минус 45 тоже встал. Красота. Вот такой у нас теперь ободочек. Я думаю, хорошо бы создать таким образом, что мы возьмем объект сейчас. Есть такой хороший объект, который трудно управлять. Но тем не менее, вот этот BCR, вот он встал вот сюда. Вот. Я его сейчас попробую развернуть по оси Y, да? Это R, ось Y и 90 градусов, вот так, да? И теперь еще раз развернуть я попробую вот так. То есть
Это уже rotation Z и тоже 90. Вот он встал у нас. Так, хорошо. Теперь давайте им позанимаемся. То есть я могу, наверное, его уменьшить, сказать S по Z. Да. Вот так я могу его уменьшить. Но с ним надо еще работать. Мы пойдем сейчас Edit. Вот. Вот так. Так. Возьмем вот эту G. Так, наверное, так. А эту мы подтащим просто. Сюда вот ее подтащим. Этот. Начнем с ним что-то делать. Так. Итак. Ой, извиняюсь, ребята. Я круто изменяюсь. Вот этот надо было отключить. Так. Теперь G. Вот так, наверное, что, не знаю. Сюда тоже G. Вот так мы сюда потянем по оси Z, да? И вот это теперь выправим так, как нам нужно. И потянем стороночку. Стоп, 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 стоп. Вот эту точку. Стороночку потянем. Вот так. Это наверх. Сюда она должна войти. И вот это сделаем вот так. Как колбочку такой, да? Красивую. Вот. Так должно быть хорошо. Не знаю, это у нас уже объект или нет. Это, мне кажется, это уже объект. Поэтому попробуем с вами пойти сюда и сказать скрипт. Ух ты! По какой же оси тогда? Нет, не это ось. По Z нет. Неужели по X она хочет? Да, она по X захотела. Ну, что ж теперь. Хотела по иксу, так захотела. Так, мы оставим ее вот так. Но. Скажем, что нам нужно теперь солидно ее сделать. Несколько. Так, где у нас созреть? Вот так сделаем. Так. И в конце скажем subdivis. Рано. С обдевесом рано. Поспешили. Где он тут? Вот он. Мы его пока уберем. И скажем так, объект мод. Вернее, edit мод. Вот так. Да. Вот тут. Мы видим, что двойные стенки, все прекрасно у нас получилось. Это мы можем сказать и play. Так, ну только в режиме в другом объекте. Да? Мы скажем и play. Прекрасно. А, я кривую. Что-то не хочет. Угу. Что-то тут, скорее всего, вот этот BCR, курва. Надо сказать сначала. Нет. Нет. Ну-ка, давайте посмотрим, в чем тут дело. 2D. Это странно немножко. Ну, сейчас посмотрим, узнаем, в чем дело. Секундочку. Так, если я сейчас это 3D было. Так, если я сейчас скажу BC курва.
могу сказать, что она edit mode convert to mesh. Да, вот я теперь convert to mesh. Дальше идем, говорим, что тут у нас что находится. Вот так. Смотрим сквозь призмочку, получаем все, что нам нужно, прекрасно все. Так, и я хотел бы сейчас эту штуку вот так выделить. Ее надо объект, вот, вот так. Нет, не так, не так, не так. Вот эту я ее сейчас хочу сделать следующее. Я хочу Shift D сказать и rotation на 90 градусов, еще 90, вот так. Так, и растянуть вниз немножко G вот сюда по оси Z. Так. Вот, хорошо. Здесь мне немножко не нравится. Почему? Потому что я вам объясню, что мне здесь не нравится. Мне здесь не нравится вот именно... Да, когда я научусь. Вот это... Б. Вот это выделить. И сказать, что она у нас... Flatten. И получилась чухня. Или? Да нет, ничего. Теперь вот это выделяем. И тоже говорим ей B. В чем дело? Дит мод. Ну тоже надо когда-нибудь привыкну. Там где вылезем. Тоже скажем. Flatten. А это мы удалим сейчас. Потому что она как-то неправильно все сделалась. Так, edit объект, вот, вот этот удалим. Так, далее. Этот немножечко... нет, 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 нет. Пейс. S. А... Z. И S. И поднимаем G наверх. И S. X. P. Z. Вот. То, что нужно. Теперь смотрим объект. Объект. Это все убираем. Я понимаю, что долговато. Я понимаю, что трудновато. Но, ребят, оно того стоит. Так. Пока мы еще ничего не делаем. Мы пока хотим ее... Shift D. Так. И развернуть ее rotation на 180 градусов, 180 градусов, вот так. И теперь G опускаем по Z вниз, вот так, подводим их, вот. Так, теперь даже можно, нет, так хорошо, все нормально. Мы их объединяем сейчас.
Shift, нет, Ctrl, нет, объединили, выделили здесь Edit Mode, вот, далее выбираем вот эти ребра выбираем, так, и говорим, что Edge и Bridge, вот так. Ну, чудесная колбочка получилась. Вот теперь-то ее можно сделать subdivide surface и сказать еще, что у нас будет с ней вот такой разговор. Smooth. Ну, где вы видели лучше колбочку? Очень красиво. Единственное, вот это вот, конечно, придется переделать. Зараза какая. Что здесь произошло? Вот. Неприятное такое. Назад. Я подозреваю, что здесь надо сделать таким образом, ребята. Выделить вот это, сказать Ctrl-R. И вот сюда поставить. Так вот. Здесь то же самое. Ctrl-R. Вот сюда. Так. Смотрим спереди. Точки выбираем. И вот эти точки я вообще удалил. Вот эти вот. Так. Ну-ка, что из этого получится? Да, отлично получается. Только надо было опять просветить. Так, теперь здесь. Вот эти выделяем. Так. Вот. И здесь сейчас смотрим вот так, да, берем вот эти ребра, вот эти ребра, S по Z, вот так, и теперь скажем, что Edge Bridge. Все. Ну, теперь все хорошо. Теперь мы можем модификатор применить subdivide. Посмотреть сюда. Объект, да. Ну, тут, правда, дырки не стало. Но мы всегда там можем сделать, если что. Bevel никто не отменял. Правда? Ну, раз никто не отменял, можно его и сделать. Давайте. А то потом стекло это будет видно, да? Давайте мы сделаем цилиндрик. Возьмем цилиндр, да? Уменьшим его до невозможности. Так, еще. Так, вот. Вот так, да? И потянем наверх S. S по Z. Вот. Теперь возьмем вот это, скажем, из чего нам надо выбрать, вот из этого, так, вот это, из вот этого, нет, подождите, вот это, теперь мы говорим откуда, циркулярно, да, и говорим дифференц, все. Теперь здесь дырточка есть. Красота, ребята. Ну, прям как настоящая колбочка получилась. Мне нравится. Угу. Я, кстати, эту функцию не знал, что можно сделать такую колбленькую штучку, симпатичненькую. Хорошо, на этом закончим. Перейдем к дальнейшему.